Нет, это вообще нечестно. Ну это что-то домой, по-моему. Это что-то вообще грязь какая-то уже. Я могу тут выиграть 1000 рублей. Давай серьезно, брат. Хорошо, извините. Я понимаю, что чувство юмора у тебя просто бешено. Извините. И это, конечно, очень смешно. Но тыщенку таким макаром ты нихера не срубишь. Ну ладно, Австралия. Молодец. Окей, контент нарисовывается. Всех с Новым годом, меня зовут Евгений Ширяев. Мужики, привет. В очках ты выглядишь круче. Давай ты тоже одевай. Мы задаем вопросы 5 класса. По географии. И за правильные ответы платим немножечко денег. Ответив на первые 5 вопросов, 1000 в топку. Если суперигру захотите, будет суперигра. Это 1 вопрос еще. Ответили, 1000 сверху. Не ответили, bye-bye. 0, nothing. Отвечает 1. Отвечайте по очереди. Подсказывать друг другу нельзя. Классная задумка, да? Отвечает 1 крендель из вас. Я представляю своего друга и хорошего битмейкера Yellow Wav. Спасибо вам, что в нашем выпуске будет такая красивая девушка. Пожалуйста. Поехали. Только там живут сумчатые животные. Мне нужно ответить страной или само животное? Не поняла. Ты же битмейкер. Африка. Сумчатые животные, это что за хрень? Собаки сумчатые, они же сумки, либо кошки. В Африке, да, в зоопарках, везде, много где. Логично. Африка. И что это за животное? Кенгуру. Кенгуру. И они живут в Африке? Наверное. Ты в этом уверена? Нет. Какие еще есть варианты? Сумчатые животные где живут? Поняла, что это кенгуру. Подожди, не подсказывай. Не подсказывай. В Японии. Ладно, если не в Японии, то где? Даже не знаю. На А называется. Там есть Сидней. Я не знаю. Ну, Сидней где есть? Просто забыла. Тупо забыла, да? Уходите. Узбекистан. Давай серьезно, брат. Хорошо, извините. Я понимаю, что чувство юмора у тебя просто бешено. Извините. И это, конечно, очень смешно. Но тыщенку таким макаром ты нихера не срубишь. Ну ладно, Австралия. Молодец. Австралия. Ты гений. Австралия. Все. Австралия. Ты не подсказывал. Вот. Ты испугался. Австралия. Что-то, наверное, Австралия. Австралия. В Австралии? Только в Австралии. Только в Австралии. Только там. Вот так вот. Да. Сторона света, в которой встает солнце. Он ничего не сказал. Так. Северная. Сейчас, не Великобритания, как там сейчас? Что? Великобритания, может, не помню. Великобритания? Да. Короче, смотри, сколько сторон света вообще? Ну вот компас, если взять. 4. Но. И вот солнце встает. На западе, на восток, южно, на юге. На юге. Где? Юг. Юг? Да. Ага. А почему именно так? Ну, расскажи нам. Ну, я знаю, что на юге встает солнце. Ну, не зря юг так и назван, да? Типа юг, там да. Солнце встает, да? Ты уже подсказываешь ему, хулиган. Я говорю, что он забил. Почему ты подумал, что Великобритания? На западе находится, вот если взять так карту, да, то слева. Ага. Ну, так почему же не в Америке? Вот проблема вопроса. Интрига, да? Страна восходящего солнца. Я думаю, такой нету. Это Япония, брат. А Япония находится где? На юге. Где япошки находятся? На западе или на юге? На западе. Или на севере? На западе. На западе. Япошки живут на... А америкосы где? Ой, америкосы на западе, а японцы на севере. А японцы на севере. Короче, Япония где находится? В севере. Ну где ж встает солнце-то? На западе. Север, юг, запад, восток. Что-то одно из 4. Запад. Все, братья, неправильно, давайте, адиос. Заря? Насрать, да, это заря. А если не заря, то что? Япония. А если страна света? Япония. А если страна света, сука?
Японию. А если, сука, сторона света? Восток? Да? Нет? Да, да. Восток. Да ни хрена не, на востоке, восток. Все, на востоке, блин. Восток. Восток. А, сторона света восток. 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 Все, мы тебя замажем, бро. Куртку тоже можно цвет поменять? И куртку цвет поменять? Да. С цветокором у меня беда. Привет. Привет. На японском? Ага. Акимашите умедито. С Новым годом вас. Страна восходящего солнца. Это какая страна? Япония. Где это? Восток. Вот, ребята, учитесь. Самая длинная параллель Земли. Самая длинная параллель Земли? Параллель, что это такое? Как она выглядит? Возьми глобус. Как это выглядит? Так. Параллельно. Это... Да-да-да. Ты тоже битмейкер, что ли? Меридианы. Нет, ты врубаешься, что такое параллель? Тут всегда. Две прямые, которые никогда не пересекаются. Ну вот на нашем шаре, ну как они выглядят? Погоди. Нет, я не знаю. Она вот одна пошла, вторая пошла, третья. Разделяет северное от южного полушария. Это... Ну, меридиан. Нет. Она по-другому называется? Экватор. Экватор, пум-пум-пурум. Экватор. Экватор есть. Все правильно. Экватор. Ну, экватор, да? Это вот самое длинное. Экватор. Экватор. Все, ты маленький гений. Давай, спасибо тебе. Да ладно. Просто забыл да. Слово. С кем не бывает, брат. Если ты из Санкт-Петербурга, либо приехал в Санкт-Петербург, и у тебя проблема с тем, что с тачкой беда какая-то, там сломалась, либо не сломалась, то я прям советую, потому что ребята мне тут недавно починили мою тачку, сделали мне офигенную скидку, и я вот сейчас их советую. Они четкие. Они называются автосервис «Автолавка». Это находится все в автополе, около Меги Дыбенко, там все четко, у них прям сервис, ты прям приезжаешь, они у тебя ключики забирают, все там вставляют, сами заезжают, все четко, тебе подбирают запчасти и весьма адекватный ценник на всю эту историю. Поэтому в описании будет ссылка на них, у меня есть целый видос, посвященный тому, как я с ними познакомился, где я там ездил и по бартеру чинил свою тачку. В общем, они мне починили ее, и я вот к ним еще раз обратился. Автолавка, в описании будет ссылка. А, ни хрена себе, 20% скиньте сразу же, если скажете, что от негодяй ТВ. Условная линия, проведенная по поверхности Земли от одного полюса к другому полюсу. Вертикальные, да, вот эти штуки. Да-да-да. Там северный и южный. И вот эти фигаски. Как называются эти фигулечки? Он знает, наверное. Алибасу. Ну вот эта хрень, которая вот так вот, это параллель, да? А вот которая вот так вот идет, там, от полюса к полюсу, это... Я не помню. А вертикально эти лампопуськи называются... Широта этого гота, нет? Мэ. Мэ. Мэ, две буквы, Диан. Что поделать? Что поделать? Девятый класс. Девятый класс. Мэ. Мэ. Меридиан. Микки Мау. Меридиан. Как? Меридиан. Марианская впадина. Меридиан. Все правильно. Меридиан. Что за чертовы гений? Меридиан. Гринвичский меридиан. Откуда вы взяли этого парня? Это мой друг. Последний вопрос, и тыщенка твоя, брат. Состояние тропосферы в данное время, в данном месте. Кто здесь? Мне еще мама звонит вторую линию. Ну это что-то домой, по-моему. Это что-то вообще грязь какая-то уже. Грязь какая-то вообще? Вообще уже грязь полная. Что значит грязь? Это непристойно, я считаю. Это уже не, это неуважение, я считаю. К кому? К людям. Ненавижу географию, на самом деле. Алло, мама, привет. У меня тут викторина. Я могу тут выиграть 1000 рублей. Ты лучше себя объясни, почему ты живешь, как блядь, тебе хочется. Тебе сколько лет? Сожрал колбасу, которую я завтра в Польше хотела взять, блядь, чтобы в магазин не заходить, ты ее сожрал.
Это вообще нечестно. Состояние тропосферы? Угу. Господи, я даже не знаю, что такое тропосфера. Тропосфера, что это за баба вообще? Я вообще не знаю, кто это такая женщина. Тропосфера — это один из слоев атмосферы. Ты красавчик. Есть атмосфера, она делится на слои. Один из слоев — тропосфера. Он самый низкий. И вот в данный момент, в данное время какая-то хрень там происходит, это и есть. Да, это сука. Ты дебил, это биосфера, тупой, ты просто... Это была подсказка сейчас? Нет. Мама, скажи просто состояние тропосферы в данный момент. У тебя будет тропосфера твоей. Иди сразу, блядь, свинья редкостная, блядь, растет. Климат? А, нет. Тропосфера. Погода, наверное. Погода? Погода. Это погода. Это погода, ребят. Сам ты тупой, ты даже на три вопроса не мог ответить. Так, ну, погода сказал. Она везде. Она и сейчас здесь. Но там она... Так и вот, потому что тропосфера, она вот отсюда вот, и еще плюс 11 километров добавь, понимаешь? Это и есть тропосфера. Ой, ребята. Читкарики? Ну, в общем, это была погода, и вы, ребята, проиграли. Это просто, мне кажется, это был специальный вопрос, чтобы я не выиграла. Да? А чувак один выиграл, потому что ты щенку перед тобой. Да. Сейчас ты можешь удвоить всю эту хрень. Давайте не будем это отвечать. Вопросы не такие сложные будут дальше. Сгораемость. Вы можете сейчас забрать 1000. Давайте соберем. А можете 2 поднять? Не, давайте сразу. А что? Да, 1000 уже нормально вообще. В деревню. 1000 нормально. В деревню увезем уже. Вам пора. Как, в какую деревню? Гатчина. Гатчинский король-то, да? Ну все тогда. Типа канал, да. Что, думаешь, не настоящий, что ли? Негодяй ТВ называется. Негодяй ТВ. Все, давай, маленький гений. Пока. Давайте, маленький. Аривидерчи. Негодяй ТВ, да? Хорошо. Классное название? Очень. Не, я придумал. А кто? Хрен его знает. Что за музон ты рулишь? Я делаю то, что будет слушать планета через 2 года. Да, чтоб все сейчас уже слушали. Нахрен нам ждать 2 года. Есть что-нибудь? Качни свое сейчас. Дерьмо и... Это еще не все, тут до вступления еще надо подождать. Тихо. Можно я буду называть тебя Yellow Boy? Yellow Boy! Респект, уважаю. Шатам, шат лавес, аперт сава танем, давай. Йоу, come on. Если вдруг есть бешеное желание поучаствовать в такой рубрике, это можно сделать онлайн, когда я делаю прямой эфир в Инстаграме. Я его делаю через 2-3 дня после каждого выпуска. Поэтому подписывайся на мой Инстаграм, вот вся эта хрень сейчас будет здесь нарисована. И в прямом эфире я задаю вопросы и плачу бабки за ответы. Все, подписывайся, если охота, и вот на этот канал. И всем йоу, респект, там, глаз в гнездо и уважуха. Пока.